Кануне тоже в это же время первая и вторая попытка проходили, и вторая попытка была чуть более сложная по ветровой обстановке. Заключительные 30 прыжков сезона 2018-2019 в прямом эфире на телеканале Евроспорт. Это Планица, летальница братьев Горишек. И первым здесь летит сейчас Мануэль Фетнер, который на 97 баллов уже отстает. В общем, в зачете сегодняшнего турнира от лидера Рюи Кобаяси. Поэтому сильно далеко ему забраться не получится, но, по крайней мере, сейчас на 209 метров он улетает. Это гораздо лучше, чем в первой попытке, на 23 метра дальше. Так что тоже достойное завершение сезона. После этого можно уже и поучаствовать, конечно же, в финальной вечеринке сезона. Это тоже обязательная часть программы. Планица известна своей великолепной атмосферой. Ну а теперь Алекс Штокль